В предыдущем выпуске мы освещали подробности визита на площадку медиа-центра Высшей школы журналистики КФУ генерального директора телевизионного канала «Просвещение». Эфир данного канала отличается наличием большого количества образовательных и научных программ. Интересно, что одну из таких программ руководитель телеканала записал прямо в студии «Универ ТВ». Беседа, развернувшаяся прямо в эфире, началась с причин столь пристального внимания к развитию медиаиндустрии и студенческого телевидения. Тот курс, который выбрал ректор вашего университета на создание крупного медиа-центра, он верный. Мне кажется, было бы полезно, если бы многие ректоры других вузов обратили внимание на то, как идет у вас подача. В рамках телебеседы внимания удостоились и пояс малых инновационных предприятий при КФУ, и опыт продвижения в глобальных рейтингах, и, конечно, правила приема и образовательные программы КФУ. Чтобы на самом деле в стране появились университеты 3.0, если мы хотим, чтобы университеты начали генерировать сами рабочие места и создавать эти рабочие места. Интервью выйдет на телеканале «Просвещение» через неделю 30 июня. Но поводом визита стала не только возможность записать интервью с ректором одного из ведущих вузов страны, но и шанс прийти к соглашению о создании единого студенческого медийного пространства. Вне телестудии стороны обсудили вопрос включения ректора КФУ в состав попечительского совета Международной ассоциации студенческого телевидения. Учитывая опыт КФУ и взгляд ректора как главного координатора основных процессов вуза, данное решение оправдает себя на всероссийском уровне, считает Владимир Косинчук. Ильшат Гафуров положительно отозвался на инициативу, причем совместная работа уже перешла в активную фазу. Адель Шамилова, Ильшат Хусаенов, Универньюз.